Друзья мои, рада приветствовать вас. Вторая часть продолжения, как я уже и сказала, видео может внезапно прерваться, что в принципе у нас с вами и получилось. Видео внезапно прервалось, поэтому мы с вами продолжаем. Девочки и мальчики, немножечко сейчас сделаю порядочек здесь. Мои телефоны закреплю в комментариях. Сможете связаться со мной по всем интересующим вас вопросам, да? И, соответственно, по украшениям я имею в виду. И, соответственно, выбирайте, девочки, смотрите, кто любит в такой стилистике. Надеюсь, меня хорошо слышно, немножко стройка здесь рядом, поэтому такое. На чем мы с вами остановились? Я вам стала показывать, сейчас я сяду поудобнее, вам стала показывать вот этот браслет мексиканский и вот эти кольца. Ну и давайте поехали, рассмотрим с вами тут что внутри, что снаружи. На 18, 19, даже 20 размер. Вот такая вот лепота. Это колечко с... Ой. Это колечко с Ониксом. Очень интересная. Такая красивая модель. Ну, очень здорово с этим браслетом по стилистике. Ну, оно много что подходит, поэтому, конечно же, на любителя. Надеюсь, мне даст возможность видео засняться. Вы знаете, кстати, если говорить за винтажное, то вот это супер винтажное. Вот это, да? Вот это. А я вот эти два кольца на первый план выставила. Тоже имеет место быть, но мы их вот сюда сейчас определим. Вот, а это колечко мы с вами положим вот сюда. Вот таким вот образом. Надеюсь, не сильно отсвечивать. Девочки, покажу вам очень красивый комплект. Браслет и сережки можно, естественно, разбить по отдельности. Отдельно браслет, отдельно серьги. Секунду, где вторая серьга? Сережки здесь на замочке Омега, что просто великолепно, на мой взгляд. Давайте я сейчас положу вот сюда сережки. Вы уже поняли, да, в какой-то стилистике. И вот таким вот образом, такая крупная зерни, шарики, выглядит браслет. Конечно же, не новодел, старенькая, такое с налетом старины. Такая красота. Ну, вот этот мексиканский сейчас сниму, еще с вами рассмотрим. Вот так он на запястье до 17-18. 16-17-18. До 18. Вот таким вот образом он смотрится. Я его сейчас положу вот сюда. А сережки, смотрите, какая прелесть, девочки. Здесь замочек Омега. Замочек Омега. Классные серьги. Классные-классные серьги. Так, следующее. Ночи Каира я вам сейчас покажу. Вот такое вот кольцо. Ночи Каира. Угу. Вот так смотрится. С таким блеском. И вот так выглядит. Давайте я надену. Это уже на 16,5. Резное, красивое. Если это такое унисекс для мужчины и для женщины, то это вот я уже, конечно, вижу как женская ночь Каира, да? Ну, красиво здесь. Такой блеск немножко на камне есть. Вот такие, когда полосочки. Но это не лишает это кольцо своей привлекательности. Кстати, можно надеть вот так ночь Каира. И вот так можно надеть вот это. Вот оно все. И с этим браслетом вот получается шикарно. Давайте сейчас я сниму Мексику, я вам покажу Мексику поближе, девочки, да? Сниму Мексику, покажу вам. Покажу. И вот так вот все это выглядит. Мексиканский браслет крутой. Мы с вами в первой части на нем закончили, так сказать. Ну, здесь правда крутизна. Крутой браслет. Шикарные девочки, его можно сказать. Здесь это будет как хит показа, да? Ну, один из, потому что, конечно же, все бесподобно, все по-своему прекрасно и шикарно. Следующее, то, что я хочу вам показать, тоже будет старинный браслет, но здесь вообще с налетом старинный. Смотрите, какая чеканка идет. И смотрите, какая застежка.
вот таким вот образом, и вот сюда у нас с вами вот так он закрывается, цепочка остается, да? Я в него залезу без закрытия, нет, потому что иногда бывает, сейчас я его надену, иногда бывает можно пролазить, так сказать, рука без того, чтобы закрыть, без закрытия иногда нет. Ну вот, все. Вот такая вот цепочка Seguridad здесь висит, да? Кто захочет, можно два браслета надеть. Вот таким вот образом. Оно тоже неплохо. И опять же забрать это кольцо. И вот таким вот образом. Будет у вас такая стилистика. Стильно-стильно. Модно. Со вкусом. И с налетом старины. Конечно, это такое брутальное, в моем понимании. Но это стильное, стильное серебро на любителя, кто любит. Да, я всеядная, мне много стилей и направлений нравится. Поэтому, вы знаете, я вам постоянно повторяю. Не могу сказать, что я раньше прям полюбляла этнику, девочки. Нет, нет, не могу сказать. Всегда у меня в фаворитах наша со Смиральдой серебро. Но вот как я стала этим заниматься, мне стало это как-то завлекать, нравиться. Это очень интересно к этому, так сказать, прикасаться, любоваться. Вы видите, да? Положу сюда, пусть лежит здесь. Пусть будет здесь, девочки. И сейчас я вам такое покажу. Кстати, вот это колечко. Здесь марказитов немножко, совсем немножко. И вот такой вот крупный камень. Похож на гранат, на стекло не похож, потому что, когда прибором смотришь по камушкам, прибор пиликает. Означает, что камушек натуральная реакция есть, но тем не менее утверждать, что это, я не могу. Но это не новодел. Марказитов совсем немножко. Оно сейчас на 17,5, на 18 вот такое колечко. Вот такая красота. Мальчики и девочки. Кто захочет, может быть ваше. Но я думаю, что это гранат. Я думаю, что это гранат. Вот. Ну, а что думаете вы? Вы можете написать. Так. Следующее. Ой, девочки, как я смеялась. Там я написала «Мафия. Русская мафия отдыхает в сауне». Да это просто такой прикол. Это же вот есть сицилийская, да, там есть «Лицо со шрамом» в фильме, есть «Тарантино» и так далее. А я просто в бассейне сижу, эти бурбухос идет, это пена.